Церп, город в германской федеральной земле Саксония-Анхальт, входит в состав района Анхальт-Биттерфельд. Население – 22 920 человек. Занимает площадь 78,33 квадратного километра. Официальный код – 15082430. История. Доисторические находки в районе нынешнего Цербста свидетельствуют о наличии там поселения, принадлежавшего к так называемой культуре боевых топоров еще в эпоху неолита. В более позднее время поселения свевов, вандалов и германдуров. Город впервые упомянут в 949 году. В 12 веке Церп принадлежал баронам цербским, продавшим его в 1264 году баронам Барби. В 1307 году городом завладел князь Альбрехт I Ангальтский. В 1603-1793 годах Церп – центр княжества Ангальт-Церп и резиденция князей Ангальт-Цербских. Одним из правящих князей был прусский генерал фельдмаршал Христиан Август Ангальт-Цербский, отец будущей российской императрицы Екатерины II, Фридриха Августа, последнего князя этой ветви. В 1797 году Церп отошел княжеству Анхальт-Диссау. В городе частично сохранился родовой замок, а в доме рядом, где раньше жили придворные дамы и кавалеры, в 1995 году при содействии барона Эдуарда фон Фальцхина был открыт музей Екатерины II. 7 июля 2010 года в Цербсте был установлен, а 9 июля торжественно открыт памятник Екатерине II. Города побратимы Пушкин, Россия, известные уроженцы Зентейнес, Карл Генрих Фердинанд, немецкий филолог и педагог, Зентейнес, Христиан Фридрих, немецкий писатель и богослов, Рюрольд Уте, немецкая саночница, выступавшая за сборную ГДР, Паш, Карл Фридрих Христиан, немецкий композитор и теоретик музыки, Финк, Зигфрид, немецкий перкуссионист, композитор и музыкальный педагог. Точка, 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 точка.